Хотите таскать там по первым этажам, будет девятый этаж, пожалуйста. Безответственные вы, такие компании не должны работать. Всякими способами получаете лицензии и так далее. Где твой народ, где работает? Ты говоришь мне, на 4 дня от Оливии остаешь. Ты посмотри, что в Оливии. Ты же видел, ты же ходил со мной 9-й блок секции. Так? Ну? 4 дня ты остаешь. Какой 4 дня? Тебе здесь надо пахать еще 4 месяца, наверное. Сколько дней тебе надо здесь закончить? 10 дней, это первый блок секции. Что? Какие деды работы осталось? Сколько человек внутренний работает? 60 человек работает, так? Еще добавляем. Еще дополнительные финансы, я вчера... Меня не интересует твои финансы, понимаешь? Ты сюда шел, когда в конкурсе выигрывал, участвовал. Ты же шел, рассчитывал на это? Или ты фирма с одним портфелем? Вот такие вот компании вот создают все проблемы по всему Казахстану, я думаю. Которые абсолютно безответственные. Владимирович, мы подали кассационную жалобу. Ну, кассу, понятно, вот суд подали, одну выиграли. Ты, наверное, там разводишь, наверное, все эти судебные вещи. Ты хочешь вот так сдать, что ли? У тебя ничего не получится, Кузаев. Я тебе еще раз говорю, я сам лично буду тебя преследовать, пока ты все это не сделаешь. И добьюсь того, что ты на рынке вообще не будешь работать как строительная компания, если у тебя будет такое отношение. Нет, это когда ты должен был этот объект закончить? Тебе напомнить, когда ты должен был закончить? Ну а что тогда? У тебя есть вообще совесть? Ты откуда вообще сам? Ну, если Караганец, у тебя болит душа за Караганду? Конечно. Ну а что тогда? Не нужны нам в Караганде такие патриоты, блин? Тебе надо тратить кошары строить где-то, блин? На пастбище. Я в Таранжок, вообще, нам с полугорых, блин, постоянно. Ты сейчас вот походу идешь и мне врешь. 4 дня я отстаю от Оливы, 4 дня я все сделаю, блин. Хочешь мне показать, там, первый этаж приготовил, наверное, какой-то? А что у тебя здесь творится? Ни одного человека я не вижу, чтобы здесь работал. Навязывайте ему, навязывайте, если у него нет, навязывайте сильно. Берите его печать, не слушайте, берите его печать. Бери его субподрядчиков, заставляйте, чтобы договор заключал. Делайте. Чего вы ходите здесь, Берий Романович? Вы же каждый день мне докладываете, что здесь 8:30 проводится совещание каждый. Где результат? Я могу сам проводить тогда каждый день здесь. Все подряд ему давали. Но? Если нет денег, финансов, они все разбегают. А где твои деньги? Все проплаты не проходят. Ну, порядка 20 компаний стоит затаскивать, поэтому все подряд. Некоторые большие расценки. Это такая текучая работа. Это меня не интересует. Слушайте, ты заказчик. Вон подрядчик, вы его в конкурс выбирал, вон победил и так далее, пусть делает. Ты посмотри вон в эфир, камеру посмотри, ответь Караганин совсем. Что ты такой крутой строительный? Бессовестный ты, блин, Кузаир. Я там жёг вообще, намысом дожёг, блин. Чё? А? Сдадим, я сдам. Когда ты сдашь? Вот этот ты слушай, когда ты сдашь, я людям сказал, я уже разговариваю, чтобы этот дом дать тем людям, которые пострадали. Я им сказал, что числа 10 июня уже будем давать. Документы оформлять. Ты так не можешь до осени ходить, обещания давать. Ты уж полгода эти обещания даешь. Ты не руководитель, а мешок вообще какой-то. Что важно? 10 дней. Вот 10 дней я приеду, пресс посмотрю будет, сюда. Да, будет. Если ты, слушай, за 2-3 месяца не смог, что ты за 10 дней сделаешь? Зови сюда всех своих там друзей, кукеш, хавашек, пусть пашут здесь за тебя. Я там жёг, вообще все, намысом дожёг, я там даром дожёг все. Есть, если есть, ты сделай. Чем ты хуже этого Оливии? А тем, потому что у тебя, наверное, ни опыта нету там, ни людей нету и так далее. А если этого нету, ты вообще не лезь в эту сферу. Ты получил лицензию в агентство переаттестацию? Ну, как тебе дают, я не понимаю вообще. Как таким можно давать лицензию? У которых ни людей нету и так далее, которые бродяги одни ходят. Больше у меня слов нет. Вот 10 дней посмотрим, что ты здесь не делаешь.